это розовый морж, самый редкий из моржей. Это самый большой морж в Российской Федерации, весит 1,5 тонны. В России проживает всего лишь 6 моржей, причем 5 из них проживает в московском зоопарке, и 6-й живет теперь в Бахчисарайском парке миниатюр. Месяц назад мы проводили соцопрос и спрашивали у детей, а что же самое интересное вам нравится в зоопарке, и кого бы вы хотели еще увидеть? И все сказали, маржана привезите. И все совпало. Был морж на горизонте, это морж пенсионер. В природе моржи живут всего лишь до 20 лет, а этого моржа уже 21 год. В новых условиях зоопарка при хорошем содержании они могут жить до 28 лет. На что мы будем надеяться? Он работал в цирке, выступал, ездил по России, выезжал даже в Европу, поэтому он с легкостью принес переезд. Голос. Скажи, голос. Да. Очень важно вести ежедневные тренировки для моржей, для того, чтобы и моржу будет весело проводить время, у него будет занятие, он будет меньше разбирать вакет. Ну, а также, если он заболеет, то ему необходимо сделать укол, а это очень сложно, если животное дикое. Тут, если мы будем ежедневно проводить тренировки, научимся общаться с этим милым малышом, то будем спокойно делать всякие анализы и манипуляции, ну, в общем-то, следить за его здоровьем. Ребята, какая прелесть. Какой он большой, громадный. Молодец. Какой красавчик, а? Да, за последние 3 года мы построили новый комплекс. Вольер для бегемота, вольер для пингвинов, байкальские нефы. Ну и мы думали, что в этом вольере будет кто-то из ластоногих. Но нам не повезло, мы планировали покупать, на штуковку поставить. А тут нам фактически полезли моржа, дали на содержание, чтобы мы за ним следили. И если повезет, даже на нас возложена великая честь вести его к девочкам для спаривания, чтобы моржи не переводились в Россию. Потому что квота на моржей закрыта, и вряд ли она когда-то будет еще открыта. Поэтому те моржи, что есть в России, больше их не будет. Ну, во всяком случае, так же закон, а дальше возможно. Все очень просто, мы уже заготовили рефрижератор, форма, 60 кг морепродуктов ежедневно, надо скармливать. Главное, чтобы все было закрыто, и тогда с удовольствием будет. Это дело такое. Ты просто чудо такое. Ты... Рыба, кальмары. Такое ты чудо. Красавец. Ты любишь кальмары? Фарелис, такое ты вообще. Ребята, смотрите, он на лодке показал. Боже, как близко. Смотрите, моржи живут. Как близко ты живешь. Соленые, холодные. Какой большой, ребята, просто не передайте. Сейчас. Ну спишь.